Так, простерилизуем, наверное, что ли. А что у нас тут есть? Инжир, курага, банан, короче, груши, клюква сушеная. А это финик. Вот. В общем, что было, все собрал. Инжир, груша, бананчик вяленый, изюмка с клюковкой вяленый, а это лимончик, цедра высушенная. Кладем курагу еще, инжир. Косточки, естественно, удалил. И грецки. Немножко добавим. И чернослив. Все, наверное. Получилась вот такая фруктовая непонятка. Как ее перемешать, не знаю. Попробуем подогреть в микроволновке. Пока горячая. Замешаем, положим в целлофан, целлофановый пакет в обычный, и раскатываем скалкой до тонкого состояния. Потом сушим. В общем-то и все, пастила готова.